Итак, тренировка номер два. С теми же улитками. Они немножко проснулись. Может быть, сейчас будут более активными. Номер один, ну, художник спортсмен. Все равно пытается выпустить трассы. Да? Ну, иди порядок, вариант. Так, ну, спортсмен номер раз, куда мы все время хотим просто? Так, это улитка для соревнований явно не годится. Вот так приходит отбор улитки для соревнований. Ну, все равно делать теперь на второго спортсмена, спортсмена номер два. Так, 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 спортсмен номер один пытается вернуться на трассу. Давай, давай, давай. Вот, спортсмен номер один уже прополз несколько миллиметров. И опять хочет уползти с трассы. Что ж такое? А вот это спортсмен номер два, вполне себе целенаправленно ползет в сторону листика салата. Так, спортсмен номер один ползет из трассы. Вот. Будет дисквалифицирован. Это главный судья. Подался развернуться и
считать себя победителем. Ну и второй опять разворачивается. Что ж, номер второму уже не догнать номера первого. И он выйдет победителем, очевидно. Так,
на данный момент номер второй развернулся и ползет опять в другую сторону, а номер первый, если сейчас не выполнит трассу, будет уверенным победителем. Ну, номер первый. Можно сказать, что ты уже победил. Практически ты дополз до черты. Что ж, можно считать вторую тренировку более успешной, чем первую. И номер первый победитель. Ура, ура, ура. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и колокольчики. Скоро увидимся.